до побіги. Я думаю, що завтра нам треба робити перше, що збиратися, ну, зранку будуть люди, але головне збирання десь призначити на четверте, чому на четверте, тому що вони якраз почнуть голосуватися. Початку буде перший розгляд. Так. А після і треба, мені здається, що все зробити, щоб вони не випустити, поки вони не проголосують і не виконують волю, наказ народу, вимоги. Мені здається, що те, що сьогодні президент не дуже гарно себе поводив, так зробив, що не прийняв двох депутатів, то жодного депутата, тому що не хотів, щоб Дерев'янка і Левченко тут зайшли. Це, по-перше, було нагородою для Левченка і Дерев'янка. Антикорона заважає. Так, але друге питання було те, що він цим, ну і те, що всі інші депутати теж відмовились. Ну, це не дуже гарно про нього говорити, тому що реально ще більшість людей так думає. Він не може не знати, що абсолютно більшість людей в Україні підтримує ці вимоги. Так. Нам треба, я думаю, завтра збиратися десь на четверту і всім на велике зібрання. Зранку ще кажуть, що там люди приїжджають, хтось там приходить. І чекати, що вони прийняли. І що треба бути біля Верховної Ради. Це ж дуже прості речі, вибачаю, що то, що відбуває. Що тут прийняти? Недоторканність це має бути для кожного. Але що боятися? Якщо депутат прийшов до влади, якісь закони робити, що йому боятися? Абсолютно, я з вами згоден. Про що ми говоримо? Це елементарні речі, але він хоче так зробити, що зробити це в 2020-му, щоб ця котла, яка там зараз засідає, ще три роки. Встигли наворуватися? Так. І щоб вони не встигли, ми маємо бути завтра дуже активними. Зараз такий момент, що до вчорашнього дня президент взагалі ігнорував, він казав, що його це не цікаво. Що на це питання ні на часи, а на роки. І все треба про це забути. Вчора, після вашої акції, після нашої спільної акції, він зранку говорив, я дуже щасливий, задоволений, що народ підтримує те, що я і так хотів. Сьогодні це побачив. Так, це цинічно, але це показує, що він не може не реагувати на вас. Це перше. А друге, він буде намагатися вас на всіх розвести, як завжди. Це ми знаємо. Це зрозуміло. Класика жанру. Так що, але те, що він визнав, що вимоги справедливі, він визнав ще раз, підтвердив, що має це зробити завтра, так давайте допоможемо йому це зробити. Так, звісно. Разом з депутатами. А чому не в 2030 році, так, 2020? Так, про це якраз треба дотиснути завтра. Ми не повинні платити податки, щоб платити депутатам зарплату. Треба до 2020 року. Вони реально не на те, вони кажуть, нас там тероризували, там тероризують, там нас на тести, але вони головно, вони не звертають увагу на те, чому це відбувається. А насправді жоден з них не може спокійно ходити не тільки по цим вулицям. Взагалі ні по яким. Це зрозуміло, прийшли красти. Так, і всі це знають. А що, вони свої вагокруга повертаються, більшість з них не їздять. Вони всі там. Хто там десь на Барбелі мешкає в своєму на своїй віллі, там де то десь. Тільки лобіювати свої інтереси. Так. І тому якраз мені здається, що нам дуже важливо, щоб завтра, чому після 4-го там головне зібрання, щоб кияни після напроти теж долучились пізніше. Якщо ви побачили вчора, зранку і так будуть люди, але голосувати вони почнуть після 4-го. Це вже точно. Так. І тому там треба, а не випускати їх треба після 6. Тому що вранці 300, а після обіду 80. Тому що у нас Дніпрі. Давайте про це додатково поговоримо. Давайте і без каже, що я можу? Я хочу всіх подякувати, що відбулося. Вчора що було вчора і сьогодні? Вчора вопрос був дуже важливий вещи. Що случилось? Вчора вони с утра хотели полностью вас проигнорировать. У них этого не вышло.
Потом они пытались заблокировать тут какие-то палатки, там в офисах, я сам был этого свидетелем. Я там был, и все посмотрели, что это у них не вышло. Потом они хотели людей сюда не пропустить, это у них не вышло. Потом они вчера хотели этот лагерь переехать с спецназом, и спецназ отошел после того, как мы показали, что мы никуда не уходим. Я тоже был свидетелем, я был с вами, и мы это вместе посмотрели. То есть каждый раз, когда... Вчера Порошенко хотел зачистить Майдан перед парламентом, у него точно не вышло. Сегодня он сманеврировал, что почему он сегодня тогда напал. Потому что группа депутатов шла к нему, и он не хотел, чтобы люди пошли, и напал на людей здесь. То есть такие вещи направляются прямо из администрации президента. И он сманеврировал, но опять у них не вышло, потому что этих людей не могли долго удержать. Поэтому мне кажется, что у них несколько тактических поражений за эти дни накопилось. Главное, чтобы сейчас была завтра первая стратегическая победа дожать. Это очень важно. Потому что мы видим, что у них нет таких исполнителей, которые бы могли идти против народа. Это очень важно. Нам надо быть очень спокойными, мы сильны. У нас огромная поддержка. Но чтобы не напугать эту поддержку, ни в коем случае не надо поддаваться на их мелкие провокации. Но с другой стороны, не надо уступать им, потому что когда они хотят убрать людей, когда они хотят заткнуть им рот, когда они хотят, чтобы мы не дожали, это неправильно. Потому что люди имеют право это требовать. Это минимум, что он может требовать. Да. И вот вся история. И реально это первый раз после Майдана, когда люди вышли с политическими требованиями. И объединились практически все силы. И такого у них еще раньше не было. И они не смогут это проигнорировать. Вот и вся история. Михаил Николаевич. Ну, почти все. Я думал, что вчера были какие-то ребята. А если все-таки проигнорировать, вот, и... Тогда нам надо объяснять людям, что они нас проигнорировали, если они это сделают, и сделать так, чтобы люди потянулись и показали им, что нас много, спокойно, и нам не надо. Пусть они нервничают, чего мы нервничаем. Да. Ну просто я сегодня смотрел Верховную Раду, вибачте, але некоторые из депутатов говорили, что давайте снимем депутатскую неприкосновенность. Я проголосую только после того, как снимут депутатскую неприкосновенность с судей, с прокуроров, со всех. Не, ну это разводки обычно. Ну. Сейчас мы тут пришли за депутатами. Депутаты – это верх айсберга вместе с президентом. Все остальные – это производ на них. Этих, по сути, они утверждают. Этих прокуроров – это все правильно. Но сначала давайте от них ничего, пойдем дальше по судьям. Они пытаются сливать. Судей не дают за прокосновение. Судей надо всех уволить, новых набрать. Это согласен. И это так должно быть, и это так мы сделаем все вместе с вами. Как вы это сделали в Грузии. Да, мы да, Грузии, точно так. Да. Надо всех уволить, чертовы матери, судей. Но это другая, это следующий этап. Как только пирамида вот эта верхняя, там, голова рыбы, все, хвост, это судьи, это хвост. Да. Да, но давайте кто-то пусть чистит с хвоста, мы уже у головы. Поэтому давайте вместе с головой. Главное, чтобы не провоцировали. А когда выборы будут? Выборы будут, когда мы это назначим вместе. Или мы это. И это, кстати, пишут они. Сегодняшний шаг президента не принять депутата ускоряет это. И когда этот депутат не нравится, этот не нравится. Ну, это же на кого это рассчитано? Что значит? Люди их прислали. Он это говорит, что мне целая масса моих людей не нравится, но президент не имеет права так отказывать. Нигде в мире делегацию так не разбивают. Пришла делегация, это была ваша делегация. Предъявлять требования. Он сказал, нет, этих двоих нет, этих трех, а эти мне двое не понравились. А ведь кто ему не понравился? Не понравился Левчик, потому что Левчик, они сначала козлом обозвали, потом вообще говорят, что его никуда нельзя брать. Ну, я думаю, что такую рекламу сделали они. И Левченко, и Деревянко, что их люди с удовольствием выберут на еще три срока. Он даже не понимает, что делать такие комплименты вот таким людям, он их выбирает. Чем больше он будет ругать каких-то политиков, этим политикам поднимается. Он уже на таком этапе. На него нет прокурора Мюллера, который над Трампом работает. Нет, прокурора много найдется, как только люди поймут, что меняется ситуация. И ситуацию со вчерашнего дня она начала меняться. Это сделали мы. Мне так кажется. Я думаю, что дайте, не надо преувеличивать его свою группу, потому что эти ребята, которые здесь,
вчера я видел эти глаза. Да, это да, движение странное. Но причем это же, если посмотреть в их глаза, каждый из них боится сам за себя. Никто из них за, ни за Авакова, ни за Порошенко. Это другая полиция, другие эти. У них братья среди вас, у них там члены семьи, кто-то в эмиграции, кто-то на фронте. Сейчас вечером поговорите с ними. Не только боятся, еще что-то. Правда, подойдите. Непростые ребята. Да, я с ним много разговаривал. И Беркут не нацелен. Это жалко. Кому? Я сейчас подойду, просто мы сейчас, я сейчас иду на эфир. Не в прямой, про те же самое говорить, чтобы людей завтра на завтра подготовить. А какой канал? Да, да, да. Два джипа врезалось и снесло их. Помогу на ней дух на захист нам, на погибельных преступных ворогам. Римне не боїть гремати земля, ми шари. Пощезне враг, вечерея поверне нам рівнися. Шархи з чарівни вечерея, тримали тури Святослав. Не раз Арату і Борею, і Русь він щиро захищав. Все эти первые волны, рама какая-то.